Ну что ж, собственно, скажете, вот, наверное, странное, да, такое ощущение, вроде бы и забили гол, и вроде бы сравняли, а так или иначе проиграли. Ну, естественно, обидно, да, потому что забили гол, да, и его отменили. Вот, но ничего не поделаешь, это правила игры, поэтому мы стали как работать. Показывать свой футбол следующий. Почему Зенит сегодня, ну, немножко без зуба, что ли, в атаке сыграл? Из-за чего не шла игра? Да, мне тяжело сейчас сказать, да, это мы разберем вместе с командой игру. Но все-таки начало было неплохим, контроль мяча, какие-то атаки, потом вот почему-то разладился Локомотив, перехватил как-то, и вообще что-то произошло. Ну, на самом деле, мне сложно сказать сейчас, да, посмотреть игру и проанализировать ошибки, и двигаться дальше. Спасибо.